Термометрия и экспресс-тест на ковид. Нынешняя призывная кампания проходит в особых условиях. Ограничения, впрочем, не мешают выполнить план. Осталось порядка 30%. Весенняя, как принято считать, призывная кампания идет к завершению. До 14 июля подлежит отправить войска чуть более 30% от установленной нормы призыва. Признаков или причин к срыву нет. Все команды уже сформированы заранее в военных комиссариатах муниципальных образований, призывники подготовлены. Я думаю, что мы выполним установленную норму призыва качественно и в срок. Почти 1000 новобранцев из Брянской области уже несут службу в основном в частях Западного военного округа. Идут только хорошие отзывы от командиров воинских частей за прилежную образцовую военную службу. Очередная отправка в военном комиссариате Брянской области состоялась 3 июля. К месту службы проводили около 100 ребят. Почти 40 из них стали новобранцами войск Росгвардии. Обмундирование, соответствующее роду войск, они получили уже на сборном пункте. Личный состав соответствует всем критериям, предъявленным для военнослужащих по призыву в Росгвардию. Многие призывники идут в армию, имея за плечами специальность военного водителя. Среди них и Александр Тимахов из Комаричей. Готовился я, получается, получил сначала категорию Б права, потом получил тракторную категорию права, отучился на С категорию, свидетельство получил. Думаю, в дальнейшем мне Росгвардия пригодится, потому что я хочу работать в Росгвардии. Мечтает стать офицером и Егор Фирсов из Брянска. Я всегда хотел служить в армии, считаю, что это долг настоящего мужчины. И, в принципе, в дальнейшем планирую свою службу по контракту. Призывники в Росгвардию идут, это молодые кадры, которые в дальнейшем, после прохождения военной службы по призыву, имеют все шансы поступить на военную службу по контракту в ряды Росгвардии, также поступить в высшее учебное заведение, институты, такой как Санкт-Петербургский военный институт, Новосибирский военный институт, Пермский военный институт, получается, Росгвардии прямо с призыва. Ну а пока у ребят целый год на то, чтобы освоить азы военного дела вдали от дома и под пристальным взором командиров. Ольга Макушникова, Алексей Рязанцев, события, Брянск.